Отопительный сезон в республике начнется в срок. Тепло потребители получат уже 1 октября. Готовность объектов топливно-энергетического комплекса сегодня обсуждали на совещании в Доме правительства. Сегодня из 4054 многоквартирных домов, это которые подключены к централизованной системе теплоснабжения, опрессовано 4040, что составляет практически 99,8%. Паспорта готовности получены более чем на 96 многоквартирных жилых домов. И, как вы уже отметили, Михаил Васильевич, сегодня полностью работы завершены в 7 муниципальных образованиях. Особенно активно ведется работа по подготовке социальных объектов. Тепло в детских садах, школах и больницах должно появиться раньше, уже в конце сентября. Пока рисков срыва начала отопительного сезона нет. Все проблемные вопросы удалось решить. У нас была проблема, это по городу Канашу, в связи с тем, что промтрактор, вагон, в принципе, отказался подавать тепло потребителям. Сегодня строятся две блочные модульные котельные, от которых будет практически получать тепло 112 многоквартирных жилых домов. Это 9907 квартир и порядка 26 749 человек. Руководитель регионального Минстроя отметил, что в Чувашии становится все больше многоквартирных домов с системами индивидуального отопления. Это намного удобнее не зависеть от котельных и ТЭЦ. В Цивильском районе 4 дома также у нас переходит. Сегодня система газоснабжения там завершена более чем на 95%. И по графику производства работ завершение полностью запланировано на 26 сентября. И в Шимушинском районе в 3 домах работы выполнены полностью. Сегодня готовится врезка в существующий газопровод. И также проблем, я думаю, там никаких не будет. Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону сейчас проверяют и правоохранительные органы. Нарушения ответственные лица стараются устранять оперативно. В отношении 43 должностных лиц были возбуждены административные дела. Одно юридическое лицо было привлечено и один из председателей ТСЖ. По каким муниципалитетам на сегодняшний день со стороны подрядчиков есть нарушение графика работ? Ну, мы вот брали на контроль город Шумерль, город Алатырь. Ну, вот, конечно, в городе Шумерль у нас было больше всего вопросов. Глава республики отметил, что отстающие от графика муниципалитета должны завершить подготовку объектов в течение 10 дней. Юлия Важенина, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов. Республика.